Я уверен, с вами Шимки, мы продолжаем пройти руку под названием Вупор. Окей, у нас есть, так сказать, костюм плавателя. Сейчас мы сходим немножко с вами в правую сторону, я посмотрю, что здесь, и... А, здесь тюрьма. В принципе, если меня поймают, я потеряю 281. Поймали. Все эта работа заставляет меня голодать. Я бы хотел жареного паразита прямо сейчас. Похоже, кто-то блокирует кредитный поток. Мы больше не получаем кредиты. А мои рабочие все еще прыгают. Я так горжусь ими. Веселая затея. Ну, окей, погнали далее. Блин, попасть в тюрьму на самом деле можно, но я не знаю, стоит ли мне это делать. Быть вумом полицейским не для всех. Слухи, что вы бы хотели весь день? Что вы будете делать весь день? О, ну я буду патрулировать их клетки. И Перард здесь реально хорошо спит. И на этом мы катаемся по городу и ловим этих преступников. А у тебя случайно нет никаких зацепок? Или это просто сплетни? Да. Бетти, Тубиас, Александр, Трэвис. Закусочная Берри? Закусочная Берри — это все, что хорошо в этом городе. Красивый, трудолюбивый и, прежде всего, отличный повар. Берхенг. Мне жаль, Берхенг. Вспомни, как давно вы посещали ту старую обсерваторию. Это было неинтересно, если честно. Давай, пока. Так, ну ладно, в принципе, мы, наверное, поедем с вами. Черт, ты стреляешь через эти, как они называются, ну вы поняли. О, как раз позабираю. Так, в смысле? Okay.
Ага. Ну, я до конца посмотрю, что здесь вообще есть. Ну, это хер... Рыба молодец, блин. Умная херня. Главное, он... вниз очень довольно быстро плывет. Ладно, полетели вниз. О, тихо. Это чё? Это чё вообще такое? Мне интересно. Для начала. Игрушку? Да. Отлично, похоже, что это сработало. Так, я думаю, мы должны проверить, сможем ли вы сейчас найти Брейвиса. Интересно, что ему нравится. Какой-то здоровый босс. Нихера себе. Ауч. Короче говоря, если я попадаю ему на глаза, значит все окей. Ну окей, мне, короче, нужно шарики, да, атаковать? Thank you.
Просто они он создает больше этих сраных шариков. Человек, я так много работал, чтобы стать таким большим. Почему вы так злитесь на меня? Вы пытаетесь меня съесть? Подождите, вы можете говорить. Да, вы просто пришли и начали стрелять в меня. Мне очень жаль, вы пытались меня съесть. Ну да, это правда. Простите. Я немного напряжен в последнее время. Я сам не свой. Ты не менее... Так. Тем не менее, я не могу поверить, что вы заставили меня выплюнуть все мое тело. Я много лет ел всю эту слизь. Вы знаете, что слизь выходит из этих трубы? Мой старый друг Уберг сказал мне ее есть. Вот, были времена. Что мне теперь делать? Вы можете нам помочь? Помочь вам? Чем? Ваши друзья вторгаются в город. Я хочу стать кнефтом. Мои друзья? Ох, возможно, это моя вина. Мне очень нравится эта слизь. Я хотел ее всю только для себя. Поэтому другим кнефтам пришлось искать что-то другое, чтобы поесть. Они должны искать еду в нашем городе. Почему они не едят слизь сейчас? Пожалуйста, скажите им, чтобы они не остановились. Да, думаю, что они не знают, что я ушел. Вы знаете, кнефты немного упрямые, и мне легко изменить свое мнение. И раз они решили вторгаться в город, то действительно нету пути назад. Я не думаю, что хоть один паразит потрудится проверить, появилась ли снова слизь. Но что бы вы хотели, чтобы я сделал? Скажите им, чтобы они прекратили вторжение в город. Вы знаете, я думаю, что они будут слушать меня, потому что они боятся меня. Даже если я не такой большой, как раньше. Но вы можете гарантировать их безопасность. Да? Ладно, я помогу вам, но сначала вы должны помочь мне кое-чем. Вы знаете, вы уничтожили мое тело. Ну да, вы пытались меня съесть. Мне нужно увидеть Уберхена снова. Я знаю, он думает, что я не хочу его видеть, но на самом деле, если честно, я как бы пошутил, понимаете? Пожалуйста, отведите меня к нему. Договорились. Отлично. Вы хороший человек. Мы договорились. Хорошо, заберите меня. Вот и все. Все, валим отсюда. Вау! Что это такое? О, привет! Вы это сделали? Вы искали способ справиться с этим монстром, затем мы увидели эти понимающиеся пузыри. Вы знаете следующее, что мы услышали. Это странные, громкие, страшные голоса, а затем бум! С чем через минуту приплыли вы? Что вы там делали? Победил монстра, заводил нового друга, занимался бизнесом. Друг? Это звучит странно. Вы говорили об этом монстре? Это не монстр. Вы уверены, там был действительно какие-то странные звуки? Да, это должно быть чудовище. Реально, только монстры могут так шуметь. Да, хорошо, это не так. На самом деле... Это потрясающе. Пойдемте, расскажем остальным. Этот Вум позаботился об этом монстре. Но я думаю, я не слушать не буду, да? Поэтому мы с вами сейчас просто бежим сразу в город. Отводим к другу эту рыбинку. Да и все. И потом... О, точно.
плевать. Я убежал. Блин, надо было все. Хотя. Плевать. Подожди, а нахера это бегу сейчас? Ладно, поехали. Бривис? Ты привел его ко мне? Мой друг, что бы ты ни делал, остановись. Это Вум разрушил мое тело. И мои зубы, мне очень нравились те. Но я просил ему все это. И теперь этот Вум привел меня к тебе. Бривис, твои друзья нападают на город. Мы должны остановить их вместе. Да, это наша проблема. Мы должны решить это, мой старый друг. Вум, спасибо, что помог нам. Пожалуйста. Иди ко мне, мой друг. Вумы из города Попу. Это Вум. Воссоединил меня с моим питомцем, Бривисом. Вместе с Бривисом я решу проблему с заражением кнефтов. Наслаждайтесь предстоящим расширением нового города Попу. И не забудьте посетить мою обсерваторию. Я ожидаю, что вода будет чистой довольно скоро. Это все. Самое время получить много кредитов. Ну, поехали для буромашины. Разрушьте, ждите, поехали. Начинается. Продолжайте. Наконец-то проходит. Интересно, как это будет долго происходить? Это очень странно. Это невозможно. Почему это открытое место? Значит ли это, что мы не одни? И это немного жутко. Не думайте. О, я знаю, скорее всего, кто здесь. Это вот эти, которые... Которых выгнали, типа, в дырку. Я не знаю, как вы, ребята, но я собираюсь исследовать это место. Я тоже. Хорошо. Мы тоже присоединимся. Как насчет вас? Я в деле. Хорошо, пойдемте. Похоже, что открыть это ворота нам нужен кто-то с шапкой Попа. Привет, Прохвост. Полагаю, ты слишком ленив, чтобы заполучить этот шапку Попа, но я в настоящем мгновении расправлю крылья. Почему бы мне не вернуться в магазин и не купить ее для тебя, Гар? Ну, давай.
А, вот эта шапка. Замечательно. Давай двигайся дальше. А, вон что эта шапка делает, оказывается. Эй, Кнерф. Ты собираешься сорвать Фникбол? Фникбол турнир. Я иду на вечеринку с вами, ребята. Отличный гол. Кроме того, как только Боронки сделает свое дело, у нас могут быть турниры гораздо больших размеров. Ты хочешь отправиться прямо сейчас? Да, давайте вечеринку. Я не знаю, что сказать. Фнекеры живы? К черту все это, я сваливаю. Худший отпуск, который когда-либо был. Это ужасно. Я возвращаюсь в город, попа. Вы просто проигнорируете их? Какой у нас выбор? Мы можем сражаться. Мы сражались с ними раньше, ясно? Но это не помогло. И Вумы просто не предназначены для битвы. Нам нужна помощь блюсеров и спленкхеров. На самом деле, самое лучшее, что мы можем делать, это игнорировать их. Вы вообще ничего не сделали. Может быть, мы сможем построить обнаружительную башню. Если они когда-нибудь войдут в город, мы сможем жить нормальной жизнью, правильно? Может быть. Увидимся. Ну и что, давайте тогда, думаю, может быть, на этом тоже закончим с вами. И в следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.